Обратите внимание на то, что для того, чтобы на карте промзона Ростовская область Российской Федерации появилось поручение «Спящий король», открывающее Татру Форс Т-815-7, в ветке контрактов Ростовская администрация должен быть выполнен контракт с миру по нитке.
спасибо за просмотр. Если это видео показалось вам полезным или интересным, не забудьте подписаться и поставить лайк. Всего хорошего!